парке Раздолье Одинцовского округа прошел фестиваль «Лапоть и Андвалинок». Здесь проводят мастер-классы, а на двух сценах идут различные выступления, которые оценивают жюри. Шоу, конкурсы в номинации «Художественное чтение», «Театральное искусство», «Вокал», «Хореография», «Спектакли» и многое другое. Почему возникла вот эта вот структура «End», да, вдруг кто-то скажет, какая-то англоязычная? Дело в том, что нам очень хочется привлечь на этот фестиваль молодых ребят. Ребят молодых, молодежь нашу, которая иногда стыдится своих традиций, своего народа. Да? Мы многонациональная страна, и так или иначе в своих семьях они соблюдают эти традиции. Задумка организаторов фестиваля – преломить свои национальные традиции в современном творчестве, чтобы молодежь сохраняла их, транслируя в новом формате. Мы знаем прекрасные вещи, когда у нас возникают такие фолк-шедевры, когда на гуслях играют музыку «Битлз». Да, это действительно как бы есть на прошлом фестивале. У нас были такие ребята замечательные. «Лапоть и Андвалинок» – это летний фестиваль. Зимой его повторят, но название немного изменят, исходя из актуальной для этого времени года обуви. «Валенок энд лапоть». В основе его будут всевозможные уличные гуляния. Наши фестивали все бесплатные. Причем это благодаря тому, что нас поддерживает администрация Одинцовского округа. И не только. Фонд президентских инициатив, культурных инициатив, нам дал грант за наш фестиваль «Лапоть энд валенок». Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».